Южная Корея срочно эвакуирует жителей приграничных островов. КНДР начала артиллерийские учения, о чем уведомила своего южного соседа. В извещении говорилось, что стрельбы будут проходить в нескольких районах вблизи морской границы между двумя Кореями. Однако один из снарядов попал в территориальные воды Южной Кореи. Сеул дал в сторону КНДР ответный залп. О пострадавших с обеих сторон не сообщается. Отношения двух стран обострились после того, как Южная Корея начала совместное учение с США. Пхеньян расценил это как угрозу, начал собственные маневры, а кроме того, предупредил о подготовке к очередным ядерным испытаниям. Последний раз их провели в 2013 году. Это вызвало ужесточение санкций со стороны ООН.